То есть что они говорят? Мы со своей стороны сделаем, то есть дадим все, что нужно, а арцахцы пусть уже там свои вопросы решают. То есть за все это время не было проделано никакой абсолютно работы, чтобы удержать хотя бы 1, 2, 3 населенных пункта. Де-факто премьер заявляет, что ситуация может скатиться снова в войну. Тем самым они готовят, скажем так, общественность к новой сдаче, апеллируя к тому, что вот если не сдадим, будет война. То есть если Минская группа не может никак влиять на ситуацию на земле, в чем тогда ее перспектива? Для них нужна просто гарантия безопасности, что у нас есть натовский североатлантический зонтик. А для России важно, что дайте нам гарантию, что вот эти красные линии не будут, скажем так, никто не перейдет эти красные линии.